Ты таки добрался до лаборатории. Для нас крайне важно изучить установку, которая там находится. Попробуй ее отключить, чтобы мы смогли ее исследовать. Послушай, Меченый, прототип не сможет долго защищать от сильного излучения. Я предусмотрел такой случай, поэтому когда ты попадешь под сильное воздействие, включится таймер. Когда время истечет, прототип перестанет тебя защищать. Будь осторожней и не забывай про таймер. Thank you.
Хороши! Установка Т-12 разблокирована. Сообщите офицеру безопасности. Если это так важно, почему же ты не объяснил, зачем ты идешь туда? И как тебе удалось сделать эту фотографию?